второй раз мы приезжаем в Москворецкий квартал по звонкам жителей, которые жаловались, что на их глазах асфальт кладут снег. Но сегодня погода ухудшилась, и снег просто валит сплошной стеной. Мы провели видеотрансляцию. Пользователи соцсети ВКонтакте в прямом эфире видели и комментировали, а местные жители возмущались еще больше. Осень какая была хорошая, они болтали. В рекомендациях Росавтодора работы запрещено проводить при количестве осадков более 5 мм. Но сегодня сильнейший снегопад. При каком количестве кладут асфальт? 10 сантиметров. А то все-таки достаточно сильный снег-то идет. Это не сильно, это очень нормально. На наши вопросы рабочие практически не отвечали. И спустя время решили продемонстрировать, как они работают. Достали горелку с газовым баллоном и принялись подсушивать щебенку на тротуаре. Ведь именно так они должны класть асфальт по технологии. Сейчас будет горячий бытом, кипяток. Она заливает. Там вообще чисто получается все это дело. Вспоминается русская авось. Жители, которые бьют тревогу, во многом правы. Второй раз мы снимаем на одном и том же месте. Не из-за этого ли отношения подрядчиков дороги оказываются разбиты уже весной? А представителям местной власти нужно обратить на это особое внимание. Евгений Светлый, Дмитрий Волнов, новости из Крывэкт.